Карьера 21-летней Олеси Кафельниковой быстро набирает обороты. Девушка стала лицом новой коллекции дизайнера Ульяны Сергеенко. Звездная наследница снялась для лукбука вечерних нарядов российского бренда Aliana Sergeyanka. Все платья созданы с учетом предстоящего празднования Нового года. Имеют яркие цвета, броские украшения и стильный крой. Одежда Сергеенко отличается ретро-тематикой. Чаще всего она отсылает к моде середины прошлого века. Олеся примерила мини-платье фисташкового цвета с пышными рукавами. Дополнили нежный образ бордовые туфли на высоком каблуке. Модель собрала волосы в высокую прическу, которую украсила черной лентой. Визажисты сделали Олесе яркий макияж с акцентом на глаза. Кафельникова снялась в черном кружевном платье с прозрачными вставками и плечами-буфами. Вечерний наряд имеет экстремальный разрез до бедра. Олеся позировала, сидя в кресле. Total Black Look дополнил модный аксессуар – меховой клатч с причудливой металлической ручкой. Одним из самых ярких нарядов стало платье Макси кораллового цвета с корсетом и впечатляющим разрезом до бедра. Оно удачно подчеркнуло стройную фигуру Кафельниковой и ее тонкую талию. Платье также обнажило плечи и зону декольте модели. В кадре звезда приняла нарочито отстраненный вид, стараясь не отвлекать внимание на себя от представленных нарядов. Недавно Олеся в наряде с декольте пофлиртовала с поклонниками. На днях модель рассекретила свои заработки на неделе моды в Париже. Звезда снова сошлась с рэпером Фэроу. Страстно целующаяся пара была замечена на праздновании дня рождения модели.